Всем привет, с вами Жанна. Готовлю овощное рагу с куриным мясом. Потребуется картофель кубиками, морковь тоже кубиками, куриное филе нарезала кусочками, зеленый горошек замороженный, томаты в собственном соку, можно использовать и натуральные помидоры, куриный бульон, растительное масло, петрушка, масло, репчатый лук, мука и приправы. Гвоздика, лавровый лист, душистый перец и черный перец. Разогреваем масло. Обжариваем. Обжарила. И сильно перекладываем в кастрюлю. На этой же сковороде обжариваю картофель. Пока обжариваю картофель, подготавливаю соус. Вот такие красные соусы мне очень нравятся. Томаты собственным соком. Разогреваю томат. Картофель тоже уже подошел такой. Обжариваю слегка только что. Перекладываю курицу. И также слегка пассирую теперь лук и морковь. Пассировала 3 минуты, перекладываю. Теперь в сотейнике разогреваю сливочное масло. Обжариваю муку. Муку обжарила пару минут. Добавляю протертый разогретый томат. И горячий бульон. Добавляю приправы. Переварю минут 5. Достаю лавровый лист. Заливаю. Обравняю. Накрываю крышкой. Довожу до кипения и уменьшаю огонь. Прошло 25 минут. Практически все готово. Теперь добавляю горошек. Протушу еще минут 7 до готовности горошка. Прошло 7 минут. Горошек готов. Посыпаю зеленью, петрушкой. Вкус, конечно, очень хороший. Как и всегда, овощное рагу. Мясо можно использовать и свинину, говядину, телятину. Быстрый, простой, вкусный рецепт. Рагу с овощами и курицей готов. Приятного аппетита!